Вологда, Новосибирск, Тюмень, Мурманск и Грозный – все эти города объединились на планете «Семья». Это праздник для особенных детей, в которых воспитывают приемных детей. Как парк имени Кирова на один день превратился в планету семейного развлечения, расскажет Александр Медведенко. Семья Подкосовых, мама и 6 детей, решили выехать из Барабинского района на один день ради праздника. В парке имени Кирова собрались уникальные семьи. Они воспитывают приемных детей. Ну, вообще здорово. То есть такие праздники, такие надо устраивать. На таком уровне у нас, конечно, в районе не проходит. И специально вот именно для многодетных, для приемных. Дети признаются, праздники – это внимание, которого иногда не хватает из-за домашних хлопот. Это сплочает семью. Что-то новое узнаешь, что-то новое вместе будешь делать. Какие-то новые интересы появляются между собой, чем можно заняться в свободное время, помимо уроков. Планета «Семья» не просто праздник, это уникальное событие в прямом смысле всероссийского масштаба. Новосибирск – один из 5 городов, которые стали площадкой для торжеств. Оно направлено на объединение семьи, на формирование позитивного отношения к воспитанию детей без насилия. И в том числе на позитивное отношение к замещающему родительству. Помимо привычных игр и викторин, в парке и вполне серьезные занятия, где на вопросы родителей отвечали психологи и юристы. Здесь можно решить важные проблемы. Когда вот ребенок такой спокойный, сосредоточенный, у него ручки спокойные, он тогда спокойненько может вытаскивать все эти кубики и ставить их спокойно. Как только мы здесь видим, что ребенок начинает злиться, обижаться, что другое его обгоняет, у него начинаются ручки вот дрожать, такие движения неровные. Собственно, и сама по себе игра вот на эту концентрацию, успокоение. Праздник посетили сотни новосибирцев, но организаторы отмечают, очень важно, чтобы каждые выходные в семье были таким же маленьким совместным торжеством. Александра Медведенко, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.